перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ребят, вы о чем вообще? То есть я не говорю там, типа, я 100% выиграю, блядь, но у меня нет таких мыслей, что я проиграю. Потому что я объективно смотрю на свой текст, но это новый уровень однозначно. Это что-то новое. Я так легко и так быстро еще не писал. Будешь ли продолжать батлить, если вновь засудят, бля, ебать, что за тупой вопрос, бля, просто пиздец. Подготовка к батлу, ну, у меня в среднем от 3 до 5 недель. Мне что тебе ответить на этот вопрос? Батл послезавтра, блядь. Жаба Аркадьевна. Я видел его батл целиком вживую на РБЛ против Plain Dead. Ну так. Батл даже не стали выкладывать. Не, я рассматриваю как оппонентов только топовых типов. Чемпионов всяких, всяких площадок там и так далее. Ну и топовых типов. Хотя, блядь, для кого-то топ, для кого-то они вообще не топ. Да, заблокирую этого АЖЖ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 Ж
Если честно, я не слежу за этими жабами всякими, пацаны. Треки будут, но это чисто будет такое. Ну, с Майти было прикольно, да. Чего я достиг, кроме 1/8 победы над сектором, я достиг, бля, всего того, чего ты никогда не достигнешь. Я достиг, блядь, всего, блядь, о чем ты можешь мечтать. То, к чему ты даже вот на столечко не приблизишься. Поэтому соси мой хуй, черт. Я достиг всего, о чем, блядь, эти рэперки мечтают. Долбоёбы, блядь, я всего год в батл рэпе, чего ты достиг, блядь. Посмотри, блядь, чего я достиг, дегенерат, а ты кусок. Кого бы из батлов, из Snowverse ты бы хотел вызвать? Ну, там надо с моим разобраться с одним клоном,
а потом посмотрим, что дальше. Водичка из Ашана. Это разве из Ашана, пацаны? Блять, Стёбушка, иди нахуй отсюда, ёб твою голову, блять. Блять, не дают нормально пообщаться с людьми. Ну что такое? Я прошу прощения за мой французский. С миксером батл херня будет. Ему нужен этот батл, не мне. Это раз. Он меня написывает постоянно, типа, давай батлить. Что я должен сказать? Не, чувак, давай не будем. Миксером батл херня будет. Кстати, куришь же сиги какие? Ну да, курю. По-разному. ККД, блядь. С кем батл? С Хосом. Миксы сейчас шутую фристайлом разберешь. Возможно. Да невозможно, 100%, да. Но все-таки это батл, который будут миллионы смотреть, поэтому надо там над текстом тоже посидеть. Да, с Картрайтом можно прикольно побатлить, почему нет. Миксером будет ноль, но это просто в одну калитку. Ну как бы да. Как бы да. Ты кто такой? Давай, до свидания. Против Рамироса бы хотел. Надо подумать. А если я что-то про родных пиздану? Он мне даст по ебалу? Жди, братуха, жди. Пару слов. Жди, братуха. Жди батл. Там по секретной информации говорят, что Хос во всеоружии. Я не на вокзале, блядь. Ты на вокзале, блядь, спрашивай. Мне Петербург, ну, центр Питера нравится, да, красивый город, но там уже дальше, ну, такое, мрачно, бля. Местами еще мрачнее, чем в Москве, если честно. Где-нибудь там ближе к Купчино, вот эти соседние районы, бля, я там останавливался несколько раз. Но центр мне нравится. Сука, уйдем, имейте респект. Респект вам, пацаны, респект. Хос по любасу будет пиздеть за ООН. I don't understand you. Да, когда на РБЛ... Я по ебанутейшей скидке 50%, там чуть ли не четырехзвездочная гостиница, нет, трехзвездочная гостиница, мы ее на два дня сняли за 1500 рублей. То есть это сумасшедшая была гостиница в центре. За 1500 рублей, это пиздец. Мы сидели, думали, нихуя себе, блядь.
Вот. А на следующий батл уже не получилось, в центре снять пришлось, в других местах снимать. Там соседний район ближе к Купчино, не помню какой, который выше идет. Точно не помню, как называется. Я казахских слов не знаю. Я не женат, казахских слов не знаю. По-моему, Московский проспект, по-моему, так. Точно не помню. По-моему, так, да. Рахмет. Рахмет. I don't give a fuck about Dan Cheney, and I don't give a fuck about Berserk as well. I don't know these guys. I don't care. This whole battle scene is fucked up for real. Everybody's lying. I don't watch his streams. I don't need to watch his bitch ass streams. What the fuck for? ДРБЛ я подавал заявку на третий фрешблад и на четвертый фрешблад. Я еще учился тогда в универе, но не получилось. Но я пока учился в универе 5 лет, я знал, что как только я окончу универ, я начну двигаться по рэпу. И так, в принципе, и получилось. Вот. Как я отношусь к хейтерам? Понимаете, есть разные виды хейтеров. Есть хейтеры, которые вот чисто пишут в комментариях. А есть хейтеры, ну и хуй с ними, ну и пусть пишут. А есть хейтеры, которые тебя заебывают. То есть, бля, они мешают тебе жить в том плане, что ты можешь сидеть, заниматься своими делами, бля, и тебя постоянно отвлекают какими-то звонками, бля. Кто, блядь, звонит, бля? Кому ты звонишь, бля? Это Огил. Это Огил. Ну вот такая хуйня раздражает. Вот к таким пидорасам я прям вообще их презираю. Прям вообще. Ну то есть, блядь. Вот. Я понимаю, им, конечно, это все смешно, это все смехуёчки, но я на это смотрю как типа, блядь. Вам что, заняться нечем, пацаны? Вот. Донатс, блядь, что за фантазия у тебя, чувак? Маркус Лютер, бля. У тебя больная фантазия. Вот к таким людям я отношусь, ну вот к таким именно хейтерам, ну. Ну ясно, что я к ним положительно не отношусь. В универе, да нет, никогда сложно не было учиться, я всегда выкручивался. Я учился, ну, в универе я учился на тройке в основном. Ну почему я учился на тройке? Потому что я нихуя не делал. Я вот только в самый последний момент что-то делал, когда нужно там что-то сдать, что-то показать. Мне все преподы говорили, бля,
Олег Валерьевич, вы так, блядь, нихуя не делаете. Я боюсь, у вас будут проблемы на экзамене. А я им отвечал, да вас мне это говорили на протяжении 4 лет все преподы и весь класс. Ха-ха-ха-ха-ха, блядь. И я всегда все сдавал, умудрялся всегда выкручиваться, поэтому... Учиться было не тяжело. Тяжело было списывать, блядь, на всех этих экзаменах. Вова, мой век, help you with study. With study in school, ты неправильно говоришь. With studying. Или helped study. Без виз. Конечно, она платная. А как еще? Я не настолько вундеркинд, чтобы учиться на бюджете, ребят. О, это все тебе расскажи, и семестр сколько стоил, что тебе еще рассказать. В этих моментах, когда ты говоришь help, I wanna help you, please help me, блядь, что-то сделать. И вот после help какой-то глагол просишь, помоги мне там, я не знаю. Помоги мне побить его. Please help me beat this guy. То есть ты не ставишь to. И ты не ставишь. Понимаешь, о чем я? То есть to не ставится после help. Разница? Да, разница одинаковая. Поэтому ничего там особенного нет. Все зависит от вуза. Родители смотрят и батлы. Ну, смотрят, не знаю, смотрят или нет, но видели. То, что они видели, это точно. Мне так удобнее сидеть. Я и дома вел трансляции. У меня интернет дома такой ни о чем, если честно. Да, это телек в падике. Его повесили недавно. Я не знаю, что это. Я не чупался. Текст на Хоса просто бомба. Я такого еще не писал, я это серьезно говорю. Я такого еще не писал в своей жизни. Так легко еще писать не было. Это самая быстрая подготовка в моей жизни, но это самый лучший текст, мне кажется. Вот серьезно. Будет так много агрессии, что пиздец. Будет очень много агрессии.
Да похуй вот эти, блядь, все. Вот эти телеги, вот это рыть все. У меня есть для него сюрпризы, поверь мне. У меня есть для этого чувака сюрпризы, блядь. Каково это, блядь? Слушайте, ничего не знаю. Для меня цель пойти на батл, не отпиздить его. Для меня цель пойти батл этот и выиграть этот батл. Понимаете? Вот для меня главная цель. Я не иду на батл, чтобы, блядь, с целью, блядь, вот именно слушать текст, чтобы, блядь, выслушать строчки про матери и уебать за них. Просто, как сказать... Человек приехал ко мне в город. Мы его должны встретить с любовью, тепло. Мы москвичи, мы гостеприимные люди, понимаете? Так бедолага приехал с Волгограда, блядь, в Москву, блядь. Пошел на батл, получил пизды, уехал обратно. Ну зачем это надо? Понимаете? Тем более Хос мне не соперник в этом плане. Поэтому... Просто сделаем жесткий батл и все. Я выложусь на 200%. Как я обычно это делаю. Блять, клянчить 50 рублей на хавчик собаки. Ты прикалываешься надо мной. Вот. Такое впечатление, вот как будто, блядь, писать нечего, вот что-то начинаешь писать, чтобы я обратил на это внимание. Да, ясен хуй, они не лезут, эти шутки, просто он, как сказать, у меня такой текст, что там слов достаточно, понимаете? Там достаточно просто слов. Не будь Леха иметь два. Кстати, пацаны. Хорошо, что напомнили. Меня Леха иметь позвал к себе на шоу, я ему не отвечал. Что вы думаете по этому поводу? У него там какое-то новое шоу. Я ему сказал, что я подумаю. Я ему не дал ответа, бля. Я зошник. Ну как сказать? Я не бухаю. Бывает, курю шмаль. И на этом все. Я никаких наркотиков вообще не употреблял до этого. Поэтому к алкашам я хуёво отношусь. К наркоманам, ну вот именно вот, которые нюхают таблетки, принимают кислоту, вот это вот вся хуйня, героинчики, к ним тоже хуёво отношусь, потому что они пидорасами становятся. Да я тоже не думаю туда идти, пацаны, я с вами прикалываюсь. Все, сгоняй, смотрел сегодня выпуск с сыном, простит. Приди, посмотрим. Че, приди, посмотрим, кстати. А, прийти, посмотрим на Клёхе медь. Бля, я уже забыл даже сам, о чем говорю. Да не, я не хочу туда идти, пацаны. Вот на этой трансляции достаточно, чтобы ответить на все ваши вопросы. Сильно Сэмюра Лёха объяснял, как он выиграл.
Привет, привет. Слышь, а ты кто по масти? Чё, блатной, да? Ты определись сам, кто ты, бля. Блатной или петух? Пошёл нахуй отсюда, бля. Ты кто по масти пишет, бля? Пиздец, блядь, вот, блядь, шуты попутавшие, блядь. Я в шоке с этих дефичентов, если честно, блядь. Удачи, пацаны, удачи всем. Спасибо, пацаны, блядь. Всем спасибо, кто поддерживает. Спасибо, пацаны. Я, короче, я постараюсь, пацаны, я все сделаю. Если будете в Москве, если кто-то вот все смотрит трансляцию, придет на батл, я вам 100% говорю, в моменте вы удивитесь. В моменте вы очень сильно удивитесь. Так что, что будет, то будет, но я настроен убивать этого, блядь, чувака. Я же убийца чемпионов. Здорово, Давид. Здорово. Привет, Казахстану. Возможность уехать у меня есть. У меня не было возможности, братан, уехать. И у меня нет желания уезжать. У меня здесь все. Вот уеду я куда-то, блядь, и что я буду делать там? Чем я там буду заниматься? Здесь я нужнее. Чтобы вы понимали, моя работа нынешняя находится вот в 5 минутах от моего роддома. То есть, где родился, там и пригодился, пацаны, понимаете? У меня нет возможности, у меня есть возможность поехать на отдых. Но у меня нет возможности уехать куда-то там, блядь, на какой-то долгий срок, ну, потому что, ну, переезд это всегда, во-первых, тяжело, а мне нет смысла куда-то переезжать, у меня только здесь, блядь, все начинается вообще в целом, вся моя жизнь. Давай, братан, давай. Батл с Киром Бита. Я готов. Он не хочет. Обычная работа у меня. Ничего особенного. Не говори, это вообще было что-то, блядь. Это было вообще просто, я в ауте был. Я был в шоке. Я был в шоке. Так что думаю, именно вот из-за этого звонка батла не будет. В качалку не хожу, у меня дома висит лесенка с турничком. Вот на ней работаю. Вот. Стоять! Ребята, всех был рад видеть. Приходите на батл. На связи будем. Здорово.